Всем привет, дорогие друзья, с вами Sky, у меня для вас отличная новость. Новость, касающаяся зимней охоты, торговую площадку все-таки нам завезли. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Честно сказать, всякое говно. Количество. То есть мы можем купить пушку Санта за 315, написано 210. Не понял. 5000 за топор. Радон навсегда 5000. Так, ладно, а если я хочу инвентарь, что-нибудь типа этой хуйни. Торговая площадка, мои лоты, истории. Продать, инвентарь. Ну вот у меня есть вот это вот говно. Снайпер. Как они выставляют это? Ага. Инвентарь. Так. Логично, что у меня нет такой кнопки. Надо что сделать? Надо почистить куки. Почистить куки. И перелогиниться. Ой. Зайти. Угу. Так, сейчас, секунду, надо взять телефон и ввести код. Так, код. Мои коды. Так, мы залогинились. Зимняя охота. Инвентарь. О! Продать нельзя. Продать. У меня нихуя продать нельзя. Давайте посмотрим, сколько это говно стоит. Ого. Калаш, 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 розы 500. Не знаю, давайте поставим там. Я могу это поменять? А, то есть типа они 5. Сколько? 5% получается. Давайте хотя бы 200 выставить. Так, закрыть. Торговая площадка, мои лоты, история. Ну вот условно, да, я, например, хочу купить что-нибудь. Норсис, радон. Топор уже, кстати, купили золотой. Прикольно. Может быть, тут, кстати, скинчик на Сигзей. Ну вот, Бинелли Санта. Купить. А откуда вы будете списывать деньги? Ну вот, камуфляжики. Сейчас камуфляжи заедут, будет клёво. Ладно, давайте подождем, что там будет. Смотри, Кирилл, инвентарь. Я что, ничего навсегда нету? А я все брал. А зачем? Молодец. А нет, а я не все брал. А у меня нет таких пушек на себя, типа, которые тебе даются. Не, не у всех есть. Вот у тебя на какой-то штурма... бред, блядь. У тебя на штурма что-то было навсегда? Это Санта. А это, ну, кроме меня. И Калика Зима. Короче, честно, какой-то стрём, он за 800 кредитов может забрать Gold AVM. Не знаю.